Привет, друзья! Это Сергей Бадюк. Хочу с вами поделиться своим мнением по поводу курса доктора Шилова по тому, как правильно восстанавливать спину. Миша, конечно, подошел очень фундаментально, и для тех, кому лень смотреть длинные курсы, которые ждут чуда, то смотреть его не надо. Это 100%. Но мне, человеку, который восстанавливал свою спину достаточно долго самостоятельно, и, кажется, все про это знает, было очень интересно посмотреть Мишин курс, честно говоря, подкупает именно его фундаментальность и основательность. То есть, мне кажется, что в проблемах со спиной мелочей не бывает, и простых решений тоже не бывает. И в этом плане, конечно, Миша сделал титанический труд, систематизировал все, сделал очень интересный курс. Если вы мучаетесь со спиной и хотите обойтись без операционным решением проблемы, я вам просто настоятельно его рекомендую. Очень много оттуда нового подцепил. Мне, правда, везет, я могу с Мишей общаться просто так, консультироваться по каким-то вопросам. Но я думаю, что даже с самого видеокурса будет вполне достаточно для того, чтобы приступить и системно начать работать с теми проблемами, которые у вас возникли. Или профилактировать так, чтобы их не было в будущем. Так что очень вам рекомендую этот курс. Миша, спасибо большое за подарок.